Первый пожар зафиксирован и в лесах Мурманской области. Он был обнаружен на территории Зашейковского лесничества вблизи дороги между населенными пунктами Йонский и Куропта. Огонь ликвидирован силами Мурманской базы авиационной охраны лесов, но он успел пройти 5500 гектаров. Комитет по лесному хозяйству в очередной раз напоминает жителям и гостям Кольского полуострова быть осторожными с огнем и беречь природу. В прошлом году в лесах области произошло 67 пожаров. Основная причина – человеческий фактор.